Отопительные установки Vaillant представлены в разных вариантах. Однако, независимо от способа работы и конструктивных особенностей газовых котлов, ошибка F28 характерна для всех моделей Vaillant и имеет одинаковые причины. Большинство из них можно исправить самостоятельно, без вызова специалиста. Ошибка F28 появляется на дисплее после нескольких неудачных попыток розжига. Ее причины можно разделить на 4 группы. Первое. Газ не поступает к котлу. Второе. Давление в трубе ниже критического значения. Газовая арматура не срабатывает и электроника выдает ошибку F28. Третье. Проблемы с электропитанием или заземлением. Четвертое. Неполадки непосредственно в котле. Первые шаги. Первое. Сбросьте систему. На панели газового котла Vaillant должна быть кнопка с соответствующей меткой, перечеркнутый символ язычка пламени или reset. Если ошибка F28 вызвана сбоем в электросети, проблему можно устранить с помощью этой кнопки. Второе. Проверьте электропитание. Просто включите освещение, чтобы определить, насколько стабильно напряжение в доме. Если нет стабилизатора для котла в районах с большой застройкой, это может быть одной из возможных причин сбоя и выхода на ошибку F28. Если после проведенных работ ошибка все так же появляется, то, скорее всего, необходимо произвести техническое обслуживание газового котла. Мы являемся авторизованным сервисным центром и оказываем услуги по техническому обслуживанию котлов Vaillant и Protair в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Заявку на ТО можно оставить по номеру телефона, указанному в видео или на нашем сайте.